Это же наше семейное фото! Погоди! Вот теперь намного лучше! Я так рад, любимая! Эй, перестань! А теперь потанцуем! Больше не толкай меня! О, нет! Он вампир! Ты что-то сказала, дорогая? Мама, Габриэль вампир! Детка, у тебя разыгралась фантазия! У меня есть подарок для тебя, малышка! Какой ужас! Убери это от меня! Мне страшно! Габи, покажи, что в коробке. Смотри! Видишь, дорогая, там ничего нет. Идем, поиграем вместе. Ну, теперь все стало на свои места. Малышка была права. Я обязательно его разоблачу. Должно быть, он здесь. Я так и знал. Улыбочку, кровопийца. Теперь он в фокусе. Самое время перекусить. Как аппетитно выглядит. Рядом никого. Отлично. О, вот и попался. Продолжай. Мне нужно больше кадров. Ха-ха-ха. Тут становится ярко. Так-то лучше. Ах. Муах. О, готово. Замечательно. Ха-ха. Теперь все узнают правду. Секундочку. Как? Его нет ни на одной фотографии. Это невозможно. Нужен другой план. Идея. Эй, дружище, не хочешь портрет? У тебя отличный типаж. Ладно, давай попробуем. Подержи. Спасибо. Теперь приступим. Отлично, только не шевелись. Подбородок выше. Ага, вот так. И долго мне так стоять? Почти готово. Это шедевр. Можешь взглянуть. Ну как тебе? Разве не похож? О, неплохо. Не так быстро. Сперва заплати. Ладно, усач, подожди. Думаю, этого ему хватит. Прошу, с тобой приятно иметь дело. Вот дурачок. Секундочку, мне нужна эта картина. Эй, верни, пожалуйста, она не закончена. Умница, что в следующем? Дорогая, ты не поверишь. Смотри, что я раздобыл. Как тебе? Ты что, был на Комик-Коне? Ох, мама. Что такое, детка? Я хочу эту куклу. Ого, я тебя поняла. Дорогой, закажи, пожалуйста. Что? $500? Да это грабеж. Но у меня есть решение. Скотч, сделай ее сама. Что? Но это не кукла. Мам, сейчас не лучшие времена. Придется что-то придумать. Нужно набрать папу. Алло? А, да, дорогая, понял, да, конечно, я ее куплю. Оу, симпатичный портрет. Как по мне, халтура. Как ты? Пускай, у меня подарок для малышки, где она? Дружище, ты забыл? На сегодня встречи нет. Так что проваливай. Я что, не могу увидеть свою дочь? Это провал. Подобрать я душевный, и я передам это ей. Ладно, но я слежу за тобой. Прощай. Ну и лузер. Интересно, что там? Интересно. Кукла. Вуду? Странно. Погодите, у меня идея. Сейчас я тоже сделаю одну. О, да, как я сразу об этом не догадался. Теперь ты у меня попляшешь, Томас. Последнее приготовление. А теперь детальки. Правда, похоже? Привет, Томас. Теперь ты полностью в моей власти. Ты готов к уколу? Давай проведем тест. Получай. Дорогая, может... Ой, кольнула. Ауч, как больно. Отлично. А что насчет этого? Поперчим тебя немного. О, что-то странное. Апчи! Вот досада, перец кончился. Ладно. Эй, малявка. О, опять он. Отзовись, нужно ее взбодрить. Не то, с чего бы начать. Ха-ха-ха. Дождь из мышей. Только не снова. Ха-ха-ха. Теперь скелет. Мамочки, что это? Он что, живой? Он не один. Выпусти меня, пожалуйста. О, кто-то идет. Я слышала какой-то шум. Оу, что это? Он так похож на папу. Здорово, это лучшая кукла в мире.
Ты ничего не слышал? Наверное, соседи, я разберусь. Она не догадалась. Дорогой, а это что такое? Можно посмотреть? Нет, это сюрприз. Чуть не поймали. Ну ладно, в виде исключения можешь посмотреть. Окей. Что же внутри? Вау, какая прелесть. Любимый, ты самый лучший. Я старался для малышки. Кстати, где она? Думаю, Габриэль. Играет в прятки. Думает, что мы ее не видим. О, я уже начала переживать. Она просто обязана это увидеть. Ей очень понравится. Привет, Габи. Видел мое кольцо? Да ты неотразима, Аника. Ага, Габриэль, попался. Я все расскажу Кэт. Сейчас наберу ее. Думаешь, не позвоню? О, еще как позвоню. Оу, все равно наберу. Прекрати, тебе хочется спать. Больше это не сработает. Я все про тебя знаю. Я влип. Остынь, дружище. Эй, почему я танцую как робот? Только не сейчас. Вот бы сейчас потанцевать вместе с папой. Что со мной происходит? Похоже, он окончательно спятил. Что с тобой? Я не знаю. Тело само двигается. Ха, странно это все. И очень смешно. Мой папа наваляет любому. Он знает кунг-фу. Что теперь, диско? Не стой у меня на пути. Ему точно пора лечиться. О, это что-то новенькое. Давай, папа, ты будешь самым красивым. А мне нравится. Но почему сейчас? Да что с тобой не так? Ты бы еще накрасился. Папочка, Габриэль, запер меня за шкафом. Я спасу тебя, малышка. Она точно где-то рядом. Они возвращаются. Помогите. Держись. Малышка, я иду. Дорогая. Папа. Выходи. Ура, ты пришел. Ну, конечно. Как я мог тебя оставить? Смотри. Лучше бы вы это не делали. Пора преподать тебе урок. Стиль безумной куницы. Киа. Что за балет, Томас? Ха-ха, иди сюда. Хочешь настоящей разборки? Держись, папочка. Ударь его с левой. Что? Постой! Не останавливайся. Ты победишь. Ай, щекотно. Ну перестань. Эй, это нечестно. Отпусти. Стой. Аш. Что же делать? А, знаю. Получай. Дорогой, что тут происходит? Мальчики, перестаньте. Кэт, смотри, он вампир. Видела эти клыки? Томас, перестань. Габи, ты в порядке? О, бедняжка. Почему ты мне не веришь? Он вампир. Меня уже достали эти обвинения. Вы оба прекратите. Все, Томас, ты плохо влияешь на нашу дочь. Не появляйся здесь больше. А ты поставь новое фото. Ты не обижаешься, малыш? О, ой! Как неловко получилось. Ха, одно лицо тут явно лишнее. Вот так гораздо лучше. Ха-ха, теперь я твоя новая семья. Съела. А как же папа? Забудь. Что у вас происходит? Кто играет с мячом дома? Ха, я только все убрала. Плохая девочка, больше так не делай. Но это не я. Деточка, не расстраивай больше маму. Хорошо, мам. Или будешь иметь дело со мной. Ой, кто-то пришел? Я открою. Надеюсь, они дома. Томас. Уходи, тебе здесь не рады. Нет, я хочу увидеться с дочерью. Сегодня день отца. А, серьезно? Есть такой праздник? Ха, ладно. Пропусти меня. Не так быстро. Что в коробке? А, что это? Давай-ка взглянем. Ничего запрещенного. Можешь проходить. Томас еще та заноза. Ах. Девочки, привет! У меня есть подарок для малышки. Ура! Спасибо, пап! Открывай скорее! Ты что, съел мои конфеты? Габриэль, это твоих рук дело? А ты смышленый парень. Детка, это не то, что ты подумала. Я знаю, мне самой не нравится Габриэль. А, подожди. Выходит, что он вампир. О, нет. О. Еще не ушел. Ха, я подожду. У меня есть идея. Ха-ха, должно сработать. Дружище, что это у тебя? А, где? Ха, о, должно быть, показалось. Чеснок. Только не это. Что вы наделали? Вам крышка. Бежим, детка. Не с места. Я вас найду где угодно. Кажется, оторвались. Что же делать? Детка, постой здесь. Я что-то придумаю. Прячься.
Ха, попались! Куда они подевались? А? Они не могли далеко убежать. Малышка, только не звука. Ой! Хм, должно быть, они спрятались. О, да, я знаю, где их искать. Ха, посмотрим, как вам понравится это. Пора избавиться от вредителей. Ха-ха-ха, давайте зажжем. А теперь обратный отсчет. 3, 2, 1, ну же. Оу. Ого, ты это слышала? Так они не тут. Проклятие! Я все равно вас найду! Упс! Это Кэт! Что делать? Знаю! Да. Привет! Почему ты в очках? Новый стиль! Возвращайся! Мне нужна твоя помощь! Фу, пронесло! Что случилось? Объясни, что это такое, и не увиливай! О, дорогая, это же просто скатерть! Вот и смотри! Вуаля! И праздничный стол готов. А, ну хорошо. А это, наверное, салфетка? Выкладывай, что это? А, ты неправильно поняла, это... Я вернулся! Очень зря, Томас. Ты не договорил. Томас сам расскажет. Так это твое? Нет, ты что? Томас, признавайся. О, это мой слюнявчик. А, что? Не могу поверить. Сам в шоке. Томас, я была о тебе лучшего мнения. О, как люблю свое жабо! Томас, какой кошмар! Прекрати, чтобы ноги твои не было тут! Пока-пока! Отлично! Одной проблемы меньше! Прости, плащик, это вынужденные меры! Куда подевалась девчонка? Она явно где-то здесь! Девчонка идет прямо ко мне в руки! Отлично! Хватит прятаться! О, как он меня нашел! Тук-тук! Открывай! Похоже, придется пойти на хитрость! Точно! Это мне пригодится! Давай поиграем! Ха, все готовы? На подачу, Габриэль! О, да! Это тачдаун! Кто чемпион? Я чемпион! Yes! Где эта девчонка? Что? Как ей удалось сбежать? А, лузер? Это же мужичок! Не может быть! А, проклятье! Оу, дурацкий торт! Ауч! Довольно! Тебе больше негде прятаться! Я тебя мигом отсюда достану! Заводись! Ха-ха-ха-ха! Прощайся с жизнью! Тебе не сбежать! Оу, Кэт! Только не сейчас! Что-то случилось? Габриэль, ну и где тебя носит? Решил немного потренироваться, отрабатывал броски. А у меня есть другая версия. Ого! Тогда скажи, что делаешь тут? Посмотри, дорогая. О нет, какой ужас. О! Кэт, очнись! Опять ты? Отдай сюда. Удалить видео. Ага, вот, взгляни на это. О, Томас? What? Не понял, дай посмотреть. О нет, это не я. Не верь ему. С меня хватит. Я все объясню. Кэт. Неплохая попытка, но она последняя. О, не трогай меня. Кажется, оторвался. Нужно скорее спрятаться. Точно. Привет, детка. Привет, пап. Я все равно тебя найду. Томас, пора заканчивать. Ха-ха-ха. А, опять ее заело. Ну давай же, заводись. Нам нужно срочно бежать отсюда. О, у меня идея. Кажется, это наш шанс. Давай, ты первая, я прикрою тебя. А? Ваша песенка спета. Куда они делись? Я же их видел. А, не надо делать из меня дурака, Томас. Лучше сдайся по-хорошему. Я тебя на кусочки порублю. Ну что, не передумал? Томас? А, куда он делся? Эй! Ха, попался! А теперь катись отсюда! Ха-ха. А ну, отпусти меня обратно! А. О нет, только не это! А, это конец! Меня это уже достало! Ра! Отстань от меня! Будь ты проклят! Я не дам тебе уйти! Фу, еле успел! Хаш, ну вот и все! Нет, не трогай нас! О, Кэт! Как не вовремя!
Что за шум? Это Габриэль, он улетел. Дорогая, он вампир, я не шучу. Ты должна это увидеть. Ха, что-то стряслось? Хватит с меня твоих сказок. Мама ему не поверила. Ха, довольно. А что у нас здесь? Оу! Ну все, теперь они точно не догадаются. О, я так и знала, он точно вампир. Мама, вот он, я не вру. Он спрятал там свои клыки, они в этом шкафу. Не волнуйся, дорогая, мне нечего прятать. Тут только вещи. Прости, Габи, дорогая, хватит фантазировать. Вот же маленькая заноза. Придется менять свой вампирский склад. Вас никто не найдет, мои драгоценные. О, Кэт бы в обморок упала. Не будем пугать ее раньше времени. Но защита лишней не бывает. Надо разобраться с этой девчонкой. Ага, если я выведу его на чистую воду, Кэт вернется ко мне. Заперта? Идея! Где же она? А тут мрачновато. Ух ты, а вот и то, что я искал. О, да. За дело. Посторонним вход воспрещен. Уходи. О, кто здесь? Я твой ночной кошмар. Эй, я ничего не сделал. Больше и не сделаешь. Кажется, я влип. Давайте без рук. Ладно, попробуйте это. О, да, растрясем старые кости. Как тебе мелодия? О, очень вайбово, спасибо. Фу, это было близко. Надо заканчивать. Что? Это невозможно. Что он здесь делает? О, малышка была права. Он вампир. Это мой шанс. Где он прячет ключ? Наконец. Она у меня. Ой, слишком громко. Окей, пора разоблачить его. А это еще одно доказательство. Хе, можешь не улыбаться. Щелк. Теперь мне точно поверят. Оп, не так быстро. Хе, это тебя задержит. Ха-ха-ха. Будешь знать, как разбивать семьи, кровосос. Теперь Кэт точно ко мне вернется. Дорогая, у меня сюрприз. Томас, что ты тут забыл? Хе, проваливай. Я должен с ней увидеться. От него сплошные проблемы. Папочка, ты вернулся. У меня для тебя подарок. Если со мной что-то случится, передай это маме. Ключ от вампирского склада. Он использует тайную полку в комоде. О, я все поняла. Довольно. Мы не нуждаемся в твоих подачках. Уходи. Нет, я должен увидеть жену. Эй, хе, я вызову копов. А о чем ты? Это тебе, дорогая. О, ты не забыл? Спасибо, дорогой. Я все о тебе знаю. Ты плохой. Ох уж эти дети. Вау, круто. Я на месте. Если я открою тайный склад, мама мне точно поверит. Ага. О, сработало. Посмотрим, что внутри. О, мыши. Хватит. Что происходит? Спасите! Папа! Опять этот грохот. Он что, из-за стенки? Мам, я здесь. Помоги. Она меня не слышит. О, а это может пригодиться. С помощью стаканчиков и цветного картона я смогу передать маме сообщение, и тогда она точно спасет меня. Ага, помоги мне. Я за стеной. Прошу, скорее. Теперь компактно свернем письмо и отправим его с помощью ракеты прямиком к маме. Остался лишь последний штрих. О, что это? Как странно. Тут что-то есть. Записка? Это почерк малышки. Помоги мне, я за стеной. А, что? Нельзя терять ни минуты. А, за какой же она стеной? А, бедная малышка. Надеюсь, она найдется. Я так за нее переживаю. Не плачь, она точно найдется. Но не сегодня. Лишь бы с ней ничего не случилось. Дорогая, уверяю, все будет в порядке. Очень хочется в это верить. Кому как. Может, кто-то ее уже нашел? Нельзя останавливаться. Доченька, вернись. Погода испортилась, только этого не хватало. О, вытри слезы. Спасибо, любимый. А, тебе нужно расслабиться. Но я не могу. Ну и гадость. Фу. Это что, сопли? А, мерзость.
На сегодня хватит. Может, она уже дома? Эй, выпустите меня. Все прекрасно. Самое время проучить выскочку. Чем тебя побаловать? Может, роем мышей? О, нет! Что это? А, они у меня в волосах. Прелестно. А теперь мини-ураган. Они улетели. А, что это? Спасите! Ого, почему я не видела его раньше? Это мой шанс, нужно им воспользоваться. О, она заржавела, совсем не поддается. О, постойте, тут замок, открытие за лайки. Ребята, помогите мне выбраться. Вам всего лишь нужно поставить лайк, и я буду свободна. Ура, вы такие молодцы, спасибо вам огромное. Выбралась, о нет. Жалко, что у этого доктора не было крови, я бы подкрепился. Точно, это может сработать. Если я добавлю немного крови в его кофе, он больше не сможет скрывать свою истинную природу. Есть! Хи-хи! Ага. Ммм, какой ароматный кофе! О, что? Не может быть! А-а-а! Откуда здесь кровь? А-а-а! Папа был прав. Я властелин ночи. Бойтесь меня. О, он меня заметил. Нужно сообщить папе. Какой у него код? Алло, скорее, он здесь. Да, дорогая, я все понял. Буду через секунду. Я успел? Где он? О, ужас! О, ну, пап. Кто это сделал? Ты об этом очень пожалеешь, Джессика. Прощайся с жизнью. О, какой страшный. Эй, ты. Не смей трогать мою дочь. Я не позволю тебе этого сделать. Готовься! Тебе крышка! Береги клыки! Тебе хана зубастый! Готовьте гроб! Вот и попалась! Что это? Убирайся от нее, или я тебя испепелю! Чесночный удар! Кем ты себя возомнил? Думаешь, ты меня одолеешь? Лучше сдайся прямо сейчас! Хватит! Ты же не выстрелишь семью! Кэт! О, нет! А тебе идет! Ого, Кэт! Что с тобой? Где твои ноги? О, я не знаю. Я тебе этого не прощу, вампир! О, проклятие! Прекрати! О, нет, Габи! Дорогой, ты в порядке? Не отключайся. Бедняжка. Томас, немедленно убери этот бардак. А? Раз ты настаиваешь. Идем, Джессика. Мамочка не в духе. Фу, ну и денек. Надеюсь, все будет как и раньше. Ну разве не прелесть? Упс, не отвлекаюсь. О, любимый, ты не ушибся? Довольно, я ухожу. Снова вы? Уже достали. Давно хотел предложить. Ты пойдешь со мной в кино? Последний ряд? О, конечно, дорогой. С тобой хоть в первый. Ха, отлично. Мы на месте. Не так быстро. Вампирам вход запрещен. Такие правила. Да уж, не повезло тебе. А я пошла. Стоп. Мокрым сиденьем тут тоже не рады. Постой, я сейчас разберусь. Эй, полегче, зубастый. Ты не встанешь у нас на пути, смертная. Арр. Путь свободен, дорогая. Идем. Будешь сушить сиденье. Ха-ха, такой крутой фильм. Сходим еще раз. Оу, я кое-что забыл. Эй, спасибо, что подыграла. Без проблем, зубастый. Спасибо. Посмотрим, чем мы займемся теперь. Пора переходить к прическе. Кажется, я видела на Ютубе один лайфхак. Покажу малышке. Как здорово! Мы можем сделать так же. Давай попробуем. Если ты готова, то я включаю пылесос. За дело! Сперва собираем все волосы в пучок и удерживаем его. Прикольно! Только не двигайся. Сейчас я все сделаю. Что? Куда она подевалась? Эй, ты тут? Малышка? Сначала она, теперь мои губы.
Дорогая, что происходит? Это все пылесос. Да как он посмел? Ну все. Я вызываю его на дуэль. Убери свой хобот от моей избранницы, мерзкая машина. Я тебе покажу, как приставать к леди. Получай! Ой, Вампи, ты такая милашка. Крошка, с тобой все в порядке? Ого! Тебе нравится, как я украсила свою прическу? Да, это очень стильно. Давай только я заплету тебе косички. Это будет супер-комбо. Спасибо, так красиво. Мне и вправду не узнать. Это был трудный бой. Что с тобой? Я чемпион гостиной по рестлингу. Ра! Урсула кормила их только овсянкой. Какой ужас! Пожалуйста, перестань. Что это за изверг? Мне страшно. Спаси меня. Что случилось, малыш? Там страшная Урсула. Тебе нечего бояться. Ладно, не будь трусишкой. Ведь ты вампир. Да, да, ты прав. У меня есть кое-что, чтобы ты об этом не забывал. И пусть в этом плаще все боятся тебя. Тебе ясно? Будь смелым и дерзким. Отлично выходит. Теперь я настоящий Сигма. Супер, давай пять. С чего это вдруг? Молодец. Убрал руки. Окей, окей, я понял, недотрога. Моя школа. Ох, как же я хорош. Разве так можно? Эй, я тоже хочу такой галстук. Ну, пожалуйста, отдай. Немедленно остановись. Отдай или задушу. Хорошо, хорошо. Только сперва сделаем кастом. Этот галстук будет просто зубодробительным. Добавим цепочки. Ну, разве не красота? Пару деталей не помешают. Черное жабо добавит аристократичности. И подарок от меня. Теперь он твой. На такое его точно нельзя надевать. Вот, теперь ты настоящий вампир. А мне достанется экземпляр с офисных времен. Ха! Ты так глупо выглядишь! Я так 3 года ходил. Все в школе будут от меня без ума. Но вот мы и одни. Это тебе. Не поняла. Это сережки? А почему разные? Когда я его купил, это было колье. Доченька, ты не трогала мамино колье? Не-а. Вот же маленькая вредина. Тише, дорогая, не нервничай. Все хорошо. Тебе нужно расслабиться. Фух, я спокойна. Достаточно. Крошка, дай это маме. Давай сделаем из этого красивый топ. Внутри продеваем фатин. Из остатков моего колье делаем перемычки. Просто замечательно. Ну что, может, примеришь? Как красиво! Спасибо! Отдай это мне. Это не игрушка. Этот наряд подчеркнул мою утонченную натуру. Обожаю ремонт. Мамочка, можно тебе помочь? А ты готова? Всегда готова. Эй, что ты делаешь? Меня-то зачем красить? Такой удобный валик. Я знаю, где он пригодится. Пошли со мной. Надеюсь, ты не забыла про наш список. У настоящей русалки должна быть чешуя. Как тебе? Ух ты, как прикольно. Я знала, что тебе понравится. Теперь лицо. Нет, нет, нет. Для лица есть косметика. Чего тормозим? Не поняла. Мы тебя пранканули. А ну, брысь. Иди к папе. Вернемся к твоему макияжу. И не балуйся. Так, сперва почистим кожу. Твои поры будут снова дышать. Отлично. Уже все? Мы только начали. Ничего себе, какая я красивая. Согласись, круто? Еще бы. Теперь я неотразима. Продолжим нашу игру. И нам выпал хвост. Как мы про него могли забыть? Сейчас сделаем. Куда же я его положила? Он же был на самом верху. Кажется, нашла. Смотри, доченька, это мой выпускной хвост.
Тебе он будет в самый раз. А что это у вас там? Что? Мама, ты была нирдом? Ха! Что смешного? Ха! Не могу поверить! Это ты? Это не смешно. Думаете, я была смешной? Взгляните на отца. Ну и ну, ты тоже был ботаном. И в этом нет ничего смешного, отстаньте. Дорогой, ну не обижайся. Малышка, примерь. Ау, к ужину он остынет, покажись. Мама, это невероятно. Как и ты. Доброй ночи, мои хулиганы. Привет, я Мила, а это моя мамочка. Привет, детка. А это мой папочка. Привет, принцесса. А вместе мы одна дружная и счастливая семья. Ты меня не понимаешь. Нет, это ты меня не понимаешь. Все, я не хочу тебя больше видеть. Папочка, ты куда? Скажи своему папочке пока. Теперь у тебя новый отчим. Дорогой, это худший день в моей жизни. С днем рождения, детка. Да, поздравляю. Скорее задуй свечку и загадай желание. Хочу, чтобы мой папочка всегда был со мной. Я успел первым, теперь мое желание стать богатым наконец-то исполнится. Прекрасненько, а вот и подарок. Открывай скорее. Вау, что это? Дай сюда, это же очки виртуальной реальности, как круто. Прекрасно, а я принесу тарелки для торта. Это самый ужасный день рождения. Ловлю, как здорово, сейчас. Мой торт, нет. Я чемпион этой игры. Упс, я не знал, что это торт. А вот и Дарье. Торт? Кто это сделал? Это она. Это он. Кого там принесло? Привет. Не с места. Эй, спокойнее, приятель. Я папа Милы. Я пришел поздравить дочку. И это мой подарок. Отдай. Детка, с днем рождения. Здравствуй, Джун. Ага. Идем, дорогой. Ну, как дела, принцесса? Кошмарно. Это худший день рождения из всех. Еще не все потеряно. Смотри, что у меня есть. Пиньята! Закрывай глаза и бей. Детка, ты в порядке? Моя бедняжка. Я так и знала, что тебе нельзя доверить ребенка. Ну все, время отомстить этой гадкой пиньяте. Вот так. Покупайте свежий лимонад. Вот сюда, теперь можешь смело бить. Привет, хочешь лимонад? От меня не уйдешь. Да, я всех победил. Вот этот парень, ты уверена? Да, он разгромил мой лимонадный киоск. Ну все, в чем дело? Это не я, я не виновен. Ты арестован за порчу имущества. Нет, выпустите меня. Ты, я так и знала, что этим все закончится. Идем домой, дорогая. С удовольствием. Папочка, Мила, идем. Пока, принцесса. Спасу тебя, папочка. Просто не должны быть выглаженными даже в тюрьме. У меня появилась идея. Порядок. Я одолжу простынь, папочка. Заодно поглажу и трусы. О, да, я сейчас всех тут сделаю. Гони, гони, гони! Что это со светом? В чем дело? Что за чертовщина? Кто здесь? Фух, ничего страшного.
призрак! Я одолжу твои ключи. Мило, у тебя получилось. Папочка, идем. Свобода. Ты просто чудо, доченька. Минутку, я забыл выключить утюг. Сейчас вернусь. Серьезно? Вот теперь порядок. Противопожарная безопасность. О, нет. Сиди смирно, вместе с утюгом. Мила, пора просыпаться. Что? Это не мило. Вот новые ориентировки на преступников. Алло? Мила пропала. Я уверен, что она скоро найдется. Успокойся, не паникуй. Я чуть подправлю этот портрет. Ну все, мне пора работать. О, распечаталась. А что с этими портретами? Он похож на меня. Что произошло с нашим принтером? Что-то не так. Мила? Упс! Вот ты где. Дорогая, все в порядке. Я нашел Милу у себя на работе. Спасибо, дорогой. Целую. Ну что, ты арестована, юная леди? Нет. Ладно, а эти наручники наденешь? Да, давай. Иди в камеру, это у вас семейное. Привет, детка. Привет, папочка. Мне жаль, что ты тоже за решеткой. Это ненадолго. Смотри, эти наручники игрушечные. Видишь? Отлично. И я могу легко пройти через решетку. Упс. Нет, нет, нет. Теперь ты не сбежишь. Фух, начнем битву с Дженгой. Да. Слишком много пепси, у меня перерыв. Хоть бы успеть. Давай сейчас. Итак, вот наш план побега. Мы здесь, надо посмотреть наверх. Точно, вентиляционная шахта, вот наш шанс. Давай, папочка, вперед! Фух, все бесполезно. У меня есть идея. Давай я тебя подкину. Окей. Вперед, папа! О, да, получилось. А здесь что? Это туалет. Стоять! Ты убийственно красива, очаровашка! О, нет, только не сейчас! Не двигаться! Привет, а я тут захотела освежиться. Давай я подержу его под прицелом, а ты арестуешь. В камеру, живо! Папочка? Заходи. Прости, не получилось, малышка. Из моей тюрьмы никто не сбежит, я вам это гарантирую. Куда это ты направилась? Стоять, теперь не сбежишь. Мои любимые пончики. Что? Можно нам пончик? Окей. Вот вам вкусная и полезная овсянка. Приятного аппетита. Что? Гадость в тарелке. Эй, а будет другая еда? Ешь и помалкивай. Придется есть это. О, у меня появилась идея. Как же ее? Что ты задумала? Фу, еще и руки пачкать. Нет, спасибо. Я сделала ключ. Смотри, папочка. Вау, ты просто гений. Идем. Идем, только тихо.
Подожди, я только возьму один пончик. О, нет. Пончик отменяется. Это мой пончик. Ты жадина. Добрый день. Я самый главный тюремный инспектор. И я начну здесь срочную проверку вашей тюрьмы. Sir, yes, sir. Меня здесь нет. Начнем с документов. Что тут у нас? О, какой беспорядок. Немедленно уберите. Да, сэр, одну минутку. Папочка, это я. Мила, как я рад тебя видеть. Ну все, бежим скорее. Я сделал. Что? А где все? О нет, меня обманули. А это еще кто? Тюремный инспектор. Ну да, конечно, второй раз на это я не поведусь. И очки взял для образа. Ты задержан. Нет, вы не так поняли, сэр. И кто теперь лузер? Дай 5, детка, отличная работа. О, привет, я Джун. Очень приятно, а я Мейсон, красотка. Подожди. О, какая романтика. И это только начало. Кого это еще принесло? Она должна быть дома, ведь сегодня папин день. Ты... Что? Кажется, никого нет дома. Что? Свет горит. Они дома. Мила, папочка идет к тебе. Ладно, посмотрим. Что ты наделал? Ты уселся на мишку. Что? Ты мне угрожаешь? Отдай мне пульт. Я буду смотреть футбол. Нет, мой любимый мультик. Ну уж нет. Больше ты не будешь мне мешать, малявка. Теперь ты живешь во дворе. Привет, доченька. Я пришел и спас твоего мишку. Папочка, это ты? Да, моя принцесса. Этот гадкий отчим выгнал меня из дома. Да как он посмел? Сейчас я с ним разберусь. Это я здорово придумал. Надо быть аккуратнее. Итак, дом отличный, только без двери и окон. Они будут вот здесь. Вышло ровно. Теперь мне нужна пила. Я чувствую, черепахи прячутся где-то здесь. Сплинтер, тебя задери, здесь тоже никого нет. Ну что ж, выглядит неплохо. Свежая пресса. Газета? Но я ненавижу читать. Кто это сделал? Что? Он строит тут дом? Упс. Надо срочно ему помешать. Вот и газета пригодится. Давно я не разжигал барбекю на заднем дворе. И побольше дыма. Домик на свежем воздухе. Какая идиллия. Что? Отличный день для барбекю. Что-то не так? Противопожарная безопасность. Минуточку внимания. И это все, что ты можешь, жалкая струйка. Слеза бурундука. Что?
Сейчас разберусь. А если вот так? Смывайся. Вот так. Делай барбекю в другом месте. Лузер. Любимый цвет Милы – розовый. Прекрасно. Обожаю красить. Это так успокаивает. Отличная работа. Что? Это всего лишь кусочек. Так я буду красить целую вечность. О, есть идея. Что? Ладно. Лайфхак для быстрой покраски домика. Весь домик в краске. И я тоже. Остались финальные штрихи. Вставить белую дверь. И створки на окна. Добавить цветы. Получилось мило. Я справился. Что? Привет, сосед. Сейчас будет громко. Мила! Фух, она не проснулась. Сделаем погромче. Нет, 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 не надо. Мила, надень наушники. Вот теперь можешь играть, что хочешь. Окей, сыграю как в последний раз. Сэр, что? Он шумит на всю улицу. Приличным людям невозможно уснуть. Что? Я выписываю вам штраф. И прекратите шуметь. Но я... Бывает. Лузер. Какая красота. Оу, я замечтался. Ну вот, домик готов. Что? Опять? Свежая пресса. Да сколько можно бросать газеты? Есть идея. Почтовый ящик. Теперь получать газеты станет намного безопасней. Привет. Свежая пресса? Прошу. Ауч. Не помогло. Сейчас ты у меня получишь. Служба доставки самых злых собак. Нет. О, да. Беру вот эту. О, ярость в коробке. Как раз то, что нужно. Лучше держаться от нее подальше. Что? Да это же самый милейший песик на свете. Привет, дружок. Ты будешь жить с нами? Какой ты славный. А кто тут у нас такой пушистик? Я придумал, что нужно сделать. Вот тебе твой собственный домик. Элитная жилплощадь с новосельем. Кажется, все готово. Детка, просыпайся. Твой домик готов. Вау, какой красивый домик. Спасибо, папочка. Ну все, попрощайтесь с вашей хибарой. Новоселье отменяется. Дорогой? Что за? Вау! Это ты его построил? Конечно, я. А кто же еще? Ты такой молодец. Он врет. Этот домик построил папа. А отчим ничего не сделал. Мне уже пора. Подожди, дорогая, я с тобой. Я люблю тебя, папочка. Ты самая лучшая дочь на свете. Трейлер – это моя любимая игрушка. Мои куколки обожают в нем жить. Мила, ты не знаешь, где мой второй ролик? Я нигде не могу его найти. Кто там? Привет, можно войти? Пока, нет. Эй, подожди, сегодня 25-е. Папин день с дочкой. Действительно, 25-е это сегодня. Ладно, заходи. Мила, твой отец пришел. Папочка!
Привет, я так скучала. Мое сокровище. Идем на кухню. Где же мне взять второй ролик? О, трейлер. Здесь тоже есть колеса. Идеально. Мой размерчик. Погнали! О нет, мой любимый трейлер! Отчим поломал его! Детка, не плачь. Вау, да, папочка, очень хочу! Сейчас папа все тебе купит. Или нет, у меня всего 20 баксов. О, старый трейлер со скидкой. Как раз 20-ка. Мне подходит, я покупаю. Ну что ж, вот и он. В точности, как на фото. Оу, сколько мусора. Ладно, это можно убрать. Ну что за развалюха? Ладно, эту дверь можно починить. Что? Оу, здесь намного больше работы, чем я думал. Окей, я смогу все исправить. За работу, Макс. Ты все сможешь. Для начала соберу весь этот мусор. Вот так. Весь мусор ликвидирован. Так-так-так. Макс хочет сделать крутой трейлер. Дверь и стенка. Вы уволены. Я помешаю ему. Несите весь мусор сюда. Ха! Что? Откуда снова столько мусора? О, нет. Переходим к новому фасаду. О, да. Так дело пойдет намного быстрее. Отличная работа. Теперь я выберу место для будущих окон. Прекрасно. Но теперь мне нужна пила, чтобы выпилить окна. Кажется, здесь не помешает помощь Супермена. Четкая работа. О, маленькая фотосессия для моих фанатов. Всегда пожалуйста. Ну все, я полетел, ребята. Что это было? Розовый пушистый ковер и мягкие подушки. Чего-то не хватает. Конечно, розовая дверь. Сейчас я быстро ее прикручу. Дверь готова. Ауч, моя нога! Карнизы на окна. Рамы. Цветочки. И нежные шторы. Какое уютное окно. Белый заборчик вокруг трейлера. Почти готово. Эй, выход с другой стороны. Камни выложу в красивую дорожку. Вот так. Стулья для террасы. То, что нужно. А к ним маленький столик для пикника. Чего здесь не хватает? Я придумал. Бассейн на крышу. А как в него забираться? Точно. Лестница с одной стороны. И горка с другой стороны.
О, Миле очень понравится. Что еще? Да будет свет. Оу, лампочки, отпустите меня. Вот так. Теперь здесь очень уютно. Любимые игрушки Милы будут жить в трейлере. Эй, Барби, откроешь дверь? Спасибо. Готово. Можно звать дочку. Мила! Детка, этот трейлер теперь твой. Нравится? Вау, папочка! Здесь есть горка! А что внутри? Вау, здесь так уютно играться! А наверху есть бассейн. Посмотришь? Аккуратнее на лестнице. Вау, папочка! Это лучший трейлер из всех! Я рад, что тебе он так понравился, детка. Можешь играть здесь целый день. Этот папа снова меня обскакал. Ну, я ему еще покажу. Дорогая, я готовлю завтрак. Ты просто ангел, любовь моя. Покормишь Милу? Конечно, дорогая. Держи кашу, малявка. Это все? А кукле? Ладно, твоей кукле тоже достанется каша. Фу! И это ты называешь завтрак? Мы с куколкой отказываемся это есть. Ах так? Вот что бывает с непослушными девочками. Так ты мог! Это тот, чем плохой и злой. Я скучаю по папе. Этому нужно положить конец. Говорящий хомяк, иди сюда. Помоги мне. Помоги мне, помоги мне. Кому-то нужна помощь. Уже бегу, хомячок. Ты где? Птенчик вылетел из гнезда. Пора это гнездо разрушить. Отчим! Что ты наделал? Этот домик подарил мне папа! И мы весело играли в нем вдвоем! Я пришел к своей доченьке. Где она? В комнате. Переживает трагедию. Мила, пришел твой биологический отец. Этот ужасный отчим разрушил наш домик. Я? Нет, я тут ни при чем. Детка, не расстраивайся. Папочка знает, что поднимет тебе настроение. Юху! Обожаю аттракционы! Это что? Извините, мы закрыты? Ну что ж, придем в другой раз. Ха-ха, закрытый пранк удался. Что же нам придумать? О, есть идея. Вместо разрушенного домика давай построим свой лунопарк. За работу! А вот и первый аттракцион. Power Tower. Кресло готово. Мила, хочешь прокатиться? Садись поудобнее. Та-дам! Как тебе мой аттракцион? Вау, как круто! Надежно пристегиваемся. Раз, два, три. Полетели! Вау, как высоко! Почти до потолка? Нравится? А теперь полетели вниз. Ух! Детка, тебе понравился мой аттракцион? Да! Тогда идем дальше. Игрушка на полу? Я ее достану. Работает рука робота. Игрушка доставлена. О, есть идея. Все любят автомат с игрушками. Папочка, я обожаю эту игру. Кладем туда побольше игрушек. Пап, давай еще чуть левее. Тяни пони. Да. Вы выиграли приз. Юху, игрушка моя. Папа, лучший автомат для добычи игрушек. Детка, сколько энергии у тебя еще осталось? О, есть идея. Папа знает, куда направить твою энергию. Танцевальный батл. Два танцпола со стрелками.
и телевизор. Мила, иди сюда. Готова? А теперь потанцуем. Повторяй движение на экране. Юху! Наши ноги живут отдельной жизнью. Быстрее, еще быстрее. Не отставай, Мила. Юху, мы выиграли. Нас точно должны взять в королевский балет. Станцуем. Танец – мое второе имя. Завидуй мне, Бьонсе. Такого этот мир еще не видел. Моя жизнь в стиле тектоник. Увеличим темп! Слишком быстро. Я не успеваю. Танец вспышка. О, нет, помогите. Пожар на танцполе. Кто-нибудь остановите это диско-безумие.